Мир вам, дорогие друзья, наши покупатели, наши подписчики группы ВКонтакте, гости, а также все неравнодушные. Наступает время, когда принято считать конец уходящего года и начало следующего. Это день выходной, праздничный, мы его привыкли называть как Новый год. В этот день мы обычно подводим итоги, высказываем пожелания в чей-то адрес благодарности. Мы прожили еще один год, живые и здоровые, чего я желаю всем. И за это в первую очередь мы должны благодарить Бога. Что касается итогов, я думаю, что в нашей семье, как и во многих других, за этот год был рост и падение, был успех и неуспех, были убыли и прибыли. Вот. Что касается ошибок, мы не будем на них останавливаться, мы проанализируем и постараемся в следующем году сделать так, чтобы их было меньше у нас. Вот. Что касается успеха, мы постараемся работать над этим, чтобы он был еще лучше, чего я и всем желаю. Как-то принято желать счастья, но я понимаю, что счастье, оно само собой не приходит. Поэтому я бы хотел пожелать в наступающем году всем роста. Роста духовного. Роста вере, которого нам сегодня, вере, которой нам сегодня так не хватает. Роста в поиске и реализации своего таланта. Силы в борьбе за правду и доброту. Хотел бы пожелать всем и сказать, давайте все начнем вокруг себя изменять мир к лучшему, хоть по чуть-чуть. Мир вокруг нас, изменять его своими поступками, своим отношением к людям, которые вокруг нас, это близкие, родные, своими делами. Вот. И для этого я хотел бы поделиться конкретным инструментом к счастью. Это закон, который, выполняя каждый день, или точнее применяя его ежедневно в своей жизни, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Во многом. Настоящее – это та жизнь, в которой вы живете, те обстоятельства, которые вокруг вас, и то, которое вы есть сегодня. Так вот, что такое настоящее? Это результат прошлого и причина будущего. Зная это, мы можем проанализировать, что было вчера, и мы можем узнать, какое у нас будет завтра. За этот прошедший год, в преддверии нового, мы бы хотели от всего сердца поблагодарить всех тех, кто поддерживал в течение этого года и не только, поддерживал нас своими покупками, то есть приобретением нашего продукта. Это наши клиенты, это все неравнодушные. Мы вас премного благодарим. И надеемся, что в будущем мы сможем больше удовлетворить ваши потребности. И желаем вам, чтобы вы рассказывали о нас и о нашей продукции своим друзьям, близким и знакомым, чтобы спрос и предложение у нас росли одновременно. Также я хотел пригласить всех на наш канал в YouTube, который называется «Крестьянское хозяйство Устинова Алексея». Значит, мы его начинаем с нуля в новом году. Об этом я тоже расскажу в другом ролике. На этом канале у нас будут видео нашей прошлой жизни. Видео, когда мы начинали жить в деревне прошлых годов. И видео настоящей жизни. То есть то, что мы делаем сегодня, как ведем хозяйство. Подписывайтесь на наш канал. Всем желаю благополучия, успеха, и да сохранит всех Господь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.
Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!